على المجموعة. ايه الخارجية ضخمة ولا لا؟ Площадки серьезно, не отделываться какими-то такими неформальными бумагами, а согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса и в контексте обеспечения безопасности на европейском континенте с учетом, безусловным учетом интересов всех без исключения стран. Эти оценки дают, во-первых, представители нашего Министерства обороны и, самое главное, дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом вся операция идет по плану. Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, да, мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушении всех своих принципов и ценностей, так называемых, по сути дела, поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые на плече могут передвигаться, перемещаться куда угодно, и которые очень часто террористы использовали для того, чтобы создавать угрозы для гражданской авиации. This first ever contact between Russian and Ukrainian foreign ministers since the beginning of the Russian aggression against Ukraine. This meeting was both, this conversation was both easy and difficult. Easy because Minister Lavrov basically followed his traditional narratives about Ukraine. Difficult because I did my best to at least find a diplomatic solution to the humanitarian tragedy unfolding in on the battleground and in the besieged cities. The most tragic situation is currently now in the city of Mariupol on the Sea of Azov. The city is being bombarded from the air. It's being hit by artillery fire. And I came here with a humanitarian purpose, to walk out from the meeting with the decision to arrange a humanitarian corridor in and from Mariupol.